heaven on earth. Сегодня здесь собралось много людей. Вы сталкиваетесь с трудностями, вызовами, испытаниями, проблемами, великанами. Я хочу сказать вам сегодня, что вы в нужном месте, чтобы Бог поднял вас, ободрил вас и напомнил вам о том, что Он держит вашу жизнь в своих руках. Блумфонтейн, Виндкук и другие церкви, а также наши зрители. Я знаю, что это старая песня, и поэтому они не совсем попали в ритм. Мы споем ее еще раз. Это не религиозное собрание. Уменьшите темп и ощутите ее. Ее нужно ощутить, как в блюзе, как в джазе. Когда с Богом, вы должны ощущать Его. Аминь. Мы не занимаемся какой-то религией. Я хочу сказать вам, вы в нужном месте. Все сталкиваются с горами. Это может быть гора, которую Бог призывает вас покорить, или гора оппозиции. Я не знаю, но сегодня вы должны поднять свои глаза. Иерусалим окружают горы. Я буду проповедовать об этом. На жителей Иерусалима нападали вновь и вновь, но они напоминали им о присутствии Божьем, о том, что Бог окружал их. Бог был их защитой. Никакое оружие, сделанное против тебя, не будет успешно. Враг придет к вам одним путем, а Бог прогонит его семью путями. Иногда вам не нужно воевать. Вам лишь нужно прийти на поле битвы в присутствии Божье, как это сделали Иосафат и Иудея. Вам нужно поднять свои глаза и увидеть Голгофу, где Спаситель заплатил цену за нас. Поэтому всем, кому до 50, настройтесь. Вы должны ощутить эту песню. Поднимите головы. Вы можете сталкиваться с вызовами, трудностями. Мы говорили о тех, кто отдыхает, сдается и взбирается в горы. Мы никуда не доберемся, если не будем смотреть на вершину. А на вершине стоит Иисус Христос из Назарета. Он вчера, сегодня и во веки веков тот же. Его любовь к вам не изменилась, как и его намерение. Несмотря на ковид, несмотря на близких, которых вы потеряли, несмотря на трагедию, разочарование, наш Бог – помощник в нужде. Мы здесь для того, чтобы найти мир, силу и смелость у самого Бога, чтобы встретить новую неделю и забраться на гору, покорить великанов, которых мы должны покорить во имя Иисуса. Давайте, аминь! Мы во дворах Божьих. Я приветствую наших зрителей на ТБН, One Gospel, Praise TV, в соцсетях и в исправительных учреждениях. Сегодня будет особенное служение. Пусть Бог благословит вас. Присаживайтесь. Когда я готовился к слову, то ощутил, что Дух Святой хочет поднять вас. Когда вы взбираетесь на гору, то всегда лучше, если кто-то внизу поднимает вас, а не тянет вниз. Так же хорошо, когда кто-то сверху тянет вас, а не толкает вниз. Бог обещал нам дать Духа Святого. Он наш помощник. Он укрепляет нас. Иисус сказал в Иоанна 16, «Я пошлю вам другого помощника,
Бог поможет вам в долине. Он поможет вам достичь вершины. Он поможет вам победить оппозицию, хорошо закончить. Он поможет вам оправиться от потери и трагедии. Вы не будете взбираться на эту гору сами. Вы должны признать сегодня, что есть Бог, который любит вас, который болеет за вас, который призывает вас, который за вас, который верит в вас, который хочет наполнить ваши паруса свежим ветром во имя Иисуса. Псалом 120. Одно из моих любимых мест в Библии. Его написал Давид. Давид жил во времена, когда на Иерусалим часто нападали. Кроме того, Бог не разрешал Давиду спокойно сидеть в Иерусалиме. Он должен был постоянно захватывать новые территории для Бога. В любом случае, он сталкивался с врагами. Вы можете отдыхать или лезть в гору, вы можете сидеть или идти. Оппозиция и трудности всегда придут к вам в тот момент, когда вы меньше всего этого хотели. Иногда в этой жизни что-то может пойти не так. Мы все боремся с этой жизнью. Мы ожидаем одного, но происходит нечто иное. Давайте не забывать, что Бог не изменит свой взгляд на вас. Как горы окружают Иерусалим, так присутствие и любовь Божья к вам окружают вас. Они не поколеблются, и поэтому мы можем быть уверены в том, что мы не поколеблемся. Мы знаем, откуда приходит наша помощь. Аллилуйя! Псалом 121. Давид говорит: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя». Помощь моя. Скажите «помощь моя». Скажите так, словно верите. Скажите «помощь моя уже в пути». Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Он не спит. Он знает, что происходит в вашей жизни. Он знает, что враг замышляет против вас. Я скажу так, братья и сестры. Дьявол не может обхитрить Бога. Дьявол не может получить преимущество или инициативу. Бог придет к вам. Скажите «Аминь». «Не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь, хранитель твой». Он — хранитель ЮАР. И не имеет значения, с чем мы сталкиваемся. Прославьте Господа! Прославьте, если вы верите в это сегодня. Хранитель вашего бизнеса, хранитель вашего здоровья, хранитель вашего будущего. Господь, сень Твоя с правой руки Твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла. Это не значит, что вы не столкнетесь со злом. Это означает, что вы одержите победу, и что последнее слово будет за Богом. Даже если вы идете по долине, продолжайте идти, потому что Бог с вами. Бог приготовит вам стол на виду у ваших врагов. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Израиль возводил свои очи к молитве. Несколько раз на день они напоминали себе о том, что Бог рядом. Это Шекейна, слава Божья. Иерусалим был местом обитания Бога. В Иерусалиме был храм. Путешественники приходили в Иерусалим, скрываясь от опасности. Когда они видели горы вокруг Иерусалима, их сердце наполнялось надеждой. Они знали, что входят в город-убежище. Я знаю, что многие из вас, когда пришли сегодня в церковь, ощутили подъем в духе. Вы знаете, что Бог здесь, что Он обратится к вам с Сиона, поднимет вас во имя Иисуса. Псалом 124:1-2. «Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвинется, пребывает вовек. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвинется».
Люди могут пытаться поколебать вас. Вы можете иногда колебаться, но вы не поколеблетесь. Вы можете упасть, но вы подниметесь. Бог восстановит вас и поднимет еще выше. Горы — окресты Иерусалима, а Господь — окрест народа своего отныне и вовек. Иерусалим напомнил Израилю о вечном присутствии Божьем. Иерусалим напоминал Израилю о Божьих обетованиях. Мы также должны возводить очи к холму, холму под названием Голгофа. Там 2000 лет назад был распят наш Спаситель. На Голгофе Бог явил свою любовь к нам. Бог сказал: «Теперь я буду жить среди вас, Эммануил. Я разобью свой шатер среди вас. Вам больше не придется смотреть на физический холм или гору, потому что я буду вашим убежищем и силой, вашей защитой». Когда мы приходим в церковь и поклоняемся Богу, мы напоминаем себе о том, что Бог сделал для нас 2000 лет назад. Это тот холм, на котором мы находим свое убежище, и не в холме, а в том, что случилось на холме. Иисус был распят там. Бог явил свою безусловную любовь к человечеству, разрушил проклятие дьявола и объявил о своих намерениях в отношении человечества. Мир на земле и в людях — благословение. И когда ваш мир сотрясается, вам нужно вернуться в Иерусалим, к холму под названием Голгофа, во дворы Божьи, и напомнить себе, что Иисус сделал для вас. Я знаю, что жизнь — это битва. Я знаю, что это путешествие. Это не спринт. Я знаю, что бывают взлеты и падения, как у каждого скалолаза. Когда я только спасся, то думал, что меня ждет лишь солнце и розы, и что на пути у меня не будет никаких трудностей. Как же я ошибался? Независимо от того, спасены вы или нет, вас ждут трудности, проблемы, оппозиция. Но, слава Богу, мы не сталкиваемся с оппозицией сами. У нас есть тот, кто помогает нам, кто укрепляет нас. И это не бутылка текилы или еще что-то, пакетик кокаина. У нас есть Спаситель, который жив. Он воскрес из мертвых. Он явил свою любовь к вам 2000 лет назад. Братья и сестры, независимо от того, с чем вы сталкиваетесь сегодня в разных жизненных сферах, вы должны оторвать свой взгляд от того, где вы. Вы должны оторвать свой взгляд от того места, где вы. Вы должны выйти из шатра гнета, депрессии, страха, неуверенности, землерабства и вознести очи к небесам. Вы должны посмотреть на Иисуса, автора и совершителя веры. Он поднимет вас, если вы будете смотреть на Него. Он наполнит ваши паруса свежим ветром сегодня. Я верю, что Бог обращается к кому-то. Бог хочет поднять вас и напомнить вам, что Он рядом во времена нужды. Во имя Иисуса. Аллилуйя! Мы сталкиваемся со многими испытаниями, как и жители Иерусалима. Иногда люди думают, что могут пойти куда-то уединиться, найти мир. Вы можете поехать в маленький городок, и весь ад развернется прямо у вас на глазах. Независимо от того, где вы, вам нужно присутствие Иисуса Христа в вашей жизни. Мы должны и дальше возводить наши очи. Когда мы сталкиваемся с великанами, с трудностями, мы, как народ, как мир, должны противостоять им. Я не знаю, о чем вы думаете. Вы можете думать о том, чтобы бросить все. Вы можете думать о самоубийстве. Я не знаю. Я попрошу вас не делать этого. Я попрошу вас сегодня утром возвести ваши очи к тому, кто спас вас. Я хочу, чтобы вы посмотрели на Голгофу и напомнили себе о том, что Бог верен, что Он за вас, и что ничто в этом мире не сможет отделить вас от Божьей любви. Некоторые из вас забыли о любви Божьей к вам.
Некоторые превратили эти отношения в пустую религию, но вы должны снова возвести свои очи, напомнить себе о присутствии Божьем и позволить Богу любви снова прикоснуться к вам. Если вы нуждаетесь в прикосновении небес, вознесите свои руки к Иисусу и прославьте Его. В армии нам нужно было ходить в патрули. Это звучит странно, но мое поколение поймет это. Ваш лагерь может быть где угодно. И после того, как вы неделями ходите в патрули, когда вы видите какой-то куст или место, ваш дух поднимается. Это дом, прибежище. Вот почему я люблю церковь. И не потому, что я пастор. Я радуюсь каждый раз, когда приезжаю сюда. Здесь я поклоняюсь своему Богу. Я ощущаю, как мой дух поднимается здесь, потому что я собираюсь с единомышленниками. Мы ощущаем присутствие Божье. Это мой Иерусалим. Во имя Иисуса я возвожу очи мои к Спасителю, который сказал: «Я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Когда Бог призвал меня в Лединберн, то когда я ехал туда, то увидел, что Лединберн похож на маленький Иерусалим. Его также окружали горы. Каждый раз, когда я видел эти горы, мой дух радовался. Для меня это было место, где находился Бог. Не имеет значения, каким маленьким он был в глазах других людей. Это было мое место. Бог призвал меня туда. Да, были вызовы, взлеты и падения, но я не забывал, что все дело в Божьем присутствии. И с чем бы я ни сталкивался, я нуждался в Его помощи, чтобы исполнить то, к чему Он призвал меня. Я сталкивался с вызовами, чтобы избавиться от желания бросить все. Я должен был научиться бороться с разочарованием. Другого пути нет. Друзья, вам нужно место, в которое вы можете отправиться, в котором сможете уединиться, напомнить себе о доброте, те милости и благодати Божьей. Я знаю, что у вас есть отношения с Богом. У меня тоже. Я провожу много часов во дворах Божьих. Но нет ничего, что могло бы сравниться с Иерусалимом, с местом, в которое вы приходите, чтобы пообщаться с Богом. Вы делаете перерыв, убираете пульт, убираете кофе и сладости и говорите: «Я пойду в Дом Божий. Я поклонюсь своему Богу. Я найду своего Спасителя в своем Иерусалиме, в своей церкви». И вопрос не в том, что церковь спасает вас. Церковь — это обитель Божья на земле. Церковь — это место, где мы уединяемся с Богом. Все потому, что там мы пребываем в Его дворах. Я часто постился и молился, и как Иисус, чаще всего я делал это во время самых серьезных битв. Я понял, что если вы хотите быть христианином, то должны быть им наедине и с другими людьми. Но вы не обязаны делать это сами. Эти люди находили защиту и мир благодаря Божьему присутствию. Мы приходим в церковь, чтобы искать Божьего присутствия. Как говорил Давид: «Я искал тебя в святилище, я не хотел приходить, но пришел». Мне не хотелось молиться. Если бы я был сам, то не молился бы. Но когда вы взбираетесь с другими людьми, то ваши отношения и вера поднимаются и вдохновляют меня. Когда люди уходят от своего Иерусалима, своей церкви, то начинают духовно увядать. Они могут зарабатывать деньги, но духовно они не те. Мы приходим, чтобы поднять свой взгляд на холм под названием Голгофа, чтобы напомнить себе о Божьей любви. В Римлянам 8:31 Павел говорит: что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним, не дарует нам и всего. Мы не сомневаемся в Божьих намерениях, в Его доброй воле и любви из-за пандемии. Кто будет обвинять избранных Божьих?
Бог оправдывает их. Последнее слово за ним. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Аллилуйя! Он жив! Если вы живы, то поднимитесь на ноги и прославьте Его. Иисус жив, и благодаря тому, что Он жив, я могу встретить завтрашний день. Он воскрес! Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Аллилуйя! «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Я буду смотреть выше холмов, я буду смотреть выше проблем своей земли, я буду возводить очи выше разочарований, выше ошибок, выше скорби и испытаний, я буду возводить свой взгляд от своего прошлого, фокусируясь на Иисусе Христе». Евреям 12. «Взирая на Иисуса, автора и совершителя моей веры, я буду возводить очи к холму Голгофы». Это основание наших отношений с Богом. Бог так возлюбил. Его любовь не похожа на любовь людей. В ней нет суда, осуждения, обвинения. Это любовь, которая покрывает, которая поднимает, которая напоминает, которая защищает, которая бережет, которая всегда рядом. Когда мы отводим свой взгляд от Него, мы обращаем его на религию, теряя всю суть. Это вид благочестия, в котором мы отрекаемся от Его силы. А эта сила, Божья любовь, это первое, что мы получаем, когда принимаем Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Эта любовь очищает и омывает вас. Это любовь, которая призывает вас взаимодействовать с Богом. Это любовь, которая поднимает вас каждый раз, когда вы падаете. Вот почему мы должны приходить вновь и вновь. Вот почему израильтяне молились каждый день. Они возносили свои очи к горам. Как горы окружают Иерусалим, так Господь окружает свой народ. Обстоятельства могут подавлять нас, но, братья и сестры, мы не должны позволять им подавлять нас. Мы сами должны подавлять их. Бог призвал нас к этому, и мы можем побеждать и оставаться сильными каждый день своей жизни, если будем возводить свои очи. Ваши глаза не живут сами по себе. Вы должны принять решение отвести взгляд от сложностей, от своих ошибок и проблем. Апостол Павел говорит, «Я оставляю прошлое». Мне нравится этот стих в переводе Passion. Он говорит, «Я фокусируюсь на том, что впереди. Это то, ради чего умер Иисус». В Иеремии 29:11 Бог говорит, «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». В Исаии 43 пророк говорит, «Не смотрите на старое, потому что я сотворю нечто новое, и это исполнится скоро. Будьте готовы». Помощь уже в пути. Будьте готовы к новому пастбищу. Будьте готовы выйти из шатра разочарования и поднять свой взгляд к Иисусу. Начните молиться, прославлять, приходить на поле битвы. Вы удивитесь тому, что сделает Бог. Бог не подведет вас.
Он не подвел вас 2000 лет назад. Он не подвел Иерусалим. Он не подведет вас. Как горы окружают Иерусалим, так Господь окружает свой народ. Надеющиеся на Господа не постыдятся. Прославьте Господа во имя Иисуса. Псалом 120 в переводе Message звучит так: «Я смотрю на горы. Приходит ли моя сила от гор? Нет. Моя сила приходит от Бога. Вы не сможете победить своих великанов без Бога. Вы не заберетесь на ту гору без Его помощи. Моя сила приходит от Бога, который сотворил небо, землю и горы. Он не даст вам споткнуться. Ваш Бог-хранитель не уснет». Я знаю, что иногда кажется, словно Бог спит, но я хочу сказать вам, что Он не спит. В нужное время Его огонь сойдет в 11 часу. Я не знаю, почему не без 10:12 или без 10:11. Бог всегда приходит за минуту до полуночи. В час ночной Павел и Сила. Иона провел в чреве кита 3 дня, он был при смерти. Кстати, этот кит пытался переварить его. Иона не сидел там за столом с маленькой лампой, записывая свою книгу. Знаете, как эту историю представляют в детских библиях? Точно так же люди представляют себе Иисуса белым. Он не был белым или черным. Все апостолы были молоды. Самым старшим среди них был Петр, но мы думаем, что все апостолы были пожилыми людьми. Это связано с картинками, которые мы видели, которые застряли у нас в голове. Они были молодыми людьми. Вот почему я люблю следующее поколение и стараюсь каждое воскресенье делать все возможное, чтобы зажечь вас внутри. Я хочу, чтобы вы двигались в том, что Бог приготовил для вас. Избавьтесь от всех оправданий. И даже если мир будет против вас, если Бог за вас, кто может быть против вас? Но вам нужно вернуться назад и поднять свои глаза к Нему. Отведите свой взгляд от своих вопросов. Они есть у всех. От разочарований, раздражений, злости, от того, что вы не можете решить своими силами. Павлу пришлось бороться с этим. Да, Бог был сильным человеком, он не велся на ерунду, но даже у Павла не было всех ответов. Он говорит: «Иногда я не знаю, но Бог знает». Он говорит: «Я в замешательстве, я не знаю, что делать, но Бог знает, что делать. Вот почему я не отчаиваюсь». Я не буду отводить свой взгляд от Иисуса, я буду фокусироваться на том, кто любит меня, кто дает мне доброту и милость. Не имеет значения, что говорят люди, когда я упаду, я подниму свой взгляд. Если вы хотите подняться после падения, вам нужно поднять взгляд вверх. Иов, тебе нужно посмотреть вверх, отвести взгляд от боли, чтобы Бог превратил трагедию в триумф, проблему в победу, ошибку в чудо. Бог обратит ваш плач в танцы. Это не просто стихи, которые мы читаем, это обетования Божии. Бог говорит: «Плач лишь на мгновение, а утром приходит радость». Аллилуйя! Но вам нужно фокусироваться на том, кто находится на вершине горы. Он умер за вас, Он возлюбил вас, Он пролил Свою кровь за вас, Он слышит ваши молитвы. Он за вас, а не против вас. Сатана знает, что если ему удастся заставить вас сосредоточиться на прошлом, он удержит вас от будущего. Мы знаем, что у нас будут проблемы, если на шоссе мы будем постоянно смотреть в зеркало заднего вида. Я смотрю в зеркало лишь тогда, когда за мной едет женщина с мобильным. Я едва не попал в аварию на этой неделе из-за женщины с мобильным, которая ехала за мной. Дамы, я благословляю вас, но не звоните и не пишите за рулем. И уж тем более не крастись за рулем. Вы рискуете. Не смотрите на меня так. Я шучу.
Я люблю вас. Но поступайте правильно. Грузовик резко затормозил за мной, и я за ним. И тогда я взглянул в зеркало заднего вида, потому что не мог объехать его. И тут ехала она и писала что-то. А потом она подняла глаза и сделала так. Она вернула влево и объехала. Для мобильных есть время и место. Но точно не за рулем. Аминь. Скажите, хватит. Ваш ребенок едет с вами, а вы краситесь за рулем. А может, и сушитесь. У вас есть фен в машине? Я поражаюсь тому, что иногда женщины делают за рулем. Они способны на многозадачность, но только не с мужьями. Тогда они устают. Потому что многозадачность забрала у вас все силы, я понимаю, слава Богу. Я не буду продолжать. Итак, когда Петр отвел взгляд от Иисуса во время бури, то начал тонуть. Наш мир проходит через бурю. Я не пророк погибели, но мы столкнемся со многими вызовами. У каждого поколения свои Голиафы, великаны, которых нужно поразить. Соцсети принесли новый вызов в наш мир, и нам становится еще сложнее сохранять фокус на Боге, потому что теперь есть не только Библия, но и мнение всех остальных, включая ваших друзей. Они пытаются навязать свое мнение. Они хотят, чтобы вы поверили совсем не в то, во что верили ранее. Вам нужно меньше соцсетей, меньше телевидения и больше Библии. Мы должны вернуться к Библии. Нам нужны обетования Божьи. Ведь когда Петр отвел свой взгляд от Иисуса, он начал тонуть. Почему? Потому что увел фокус силы, присутствия и обетования. Иисус сказал ему: «Иди». Не забывайте, что Иисус призвал его во время бури. Я бы хотел, чтобы Иисус успокоил бурю, а потом сказал мне: «Иди». Но нет. Он сказал: «Тебе придется научиться ходить в буре. Ты должен пройти через долину смертной тени. Ты должен забраться на эту гору. Я не заберусь на эту гору вместо тебя». Мы хотим, чтобы Бог пришел, махнул рукой и успокоил наш мир. Но Бог говорит: «Нет, тебе нужно взбираться вверх во время бури, идти по волнам во время бури. Смотри на меня». Библия говорит, что когда Петр отвел взгляд от Иисуса и увидел ветер и волны, то начал тонуть. И сразу же он закричал: «Господи, помоги!» Иисус протянул свою руку и поднял его. Он провел его к лодке во время бури. Вы должны понять это. Некоторые из вас ждут, когда буря закончится. Вы ждете, когда обстоятельства станут идеальными. Бог говорит: «Нет, я научу тебя ходить по воде во время бури. Я научу тебя преодолевать волны и препятствия. Я научу тебя мыслить позитивно. Я научу тебя радоваться, когда хочется плакать и скорбеть. Я научу тебя молиться, когда хочется жаловаться. Я научу тебя, как одержать победу в долине смертной тени. Ты станешь победителем среди львов. Я научу тебя молиться и славить в полночь. Я не открою двери тюрьмы, пока ты не помолишься, не прославишь, пока не поймешь, что Бог благ. Но вам придется встать, поднять взор, подняться, одеться, прийти, прославить, чтобы стать лучше завоевателя, возлюбившим нас». Павел взывает к Богу. И Бог трижды говорит ему: «Достаточно для тебя моей благости». Бог не решил проблему, но в конце своей жизни Павел говорит: «Господь закрыл уста львам». «Господь избавил меня от всякого плана врага». Когда он шел по жизни, то казалось иначе.
Иногда мы хотим, чтобы все ушло, но нам нужно пройти через эти вещи с Иисусом, чтобы научиться полагаться на Его благодать. Нам это нравится. Да, мы хотим, чтобы Бог просто махнул рукой. Но Бог говорит: «Нет, пойди и окунись 7 раз в Иордане». Сделай свою часть. Вернись к Божьему Слову, в церковь. Поклоняйтесь Богу, даже когда вам не хочется. Молитесь, когда вам меньше всего хочется молиться. Молитесь, когда вам кажется, что молитвы не пробиваются через потолок. Это и не нужно, потому что Бог живет в вас. Если кто-то страдает в церкви, пусть молится. Молитва — это не последний, а первый вариант. Я знаю, что иногда кажется, словно она не работает. Мы помним Даниила, но ангел сказал ему: «С первого дня, как ты начал искать меня, я пошел. Я нес ответ на твою молитву, но князь персидский противостоял мне 21 день. Я хочу сказать вам: помощь уже в пути. Стойте в своем исповедании, положении, взгляде. Фокусируйтесь на Иисусе, прославьте Его. Мне нужно заканчивать, прославьте Его. Поднимите свой взгляд, свои глаза, укрепляйтесь Господом и могуществом Его силы. Вы знаете, что Бог за вас, а не против вас. Напоминайте себе об этом. Как горы окружают Иерусалим, так Господь окружает свой народ. Наш Бог жив и реален. Вопрос не в эмоциях, но вы не можете приходить к Богу без эмоций. Попробуйте так с женой. У вас ничего не выйдет. Бог жив. Вот почему Он говорит: «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Это заявление о том, что Бог Творец. Он создал небо и землю из ничего. У нас нет причин сомневаться в Божьих способностях, Его намерениях. Мы должны лишь поступить так, как поступили эти люди в Иерусалиме. Вы можете находиться на вершине, но вас может ждать новое. Я не знаю. Возможно, вы в базовом лагере. Возможно, в долине проблем. Я не знаю. Но я знаю, что Бог любит вас, и что Он хочет помочь вам. Когда Иисус ушел, то сказал: «Я пошлю другого помощника, который будет с вами вечно». Давайте встанем и еще раз споем эту песню. Постарайтесь. Сегодня вечером будет молодежная музыка. Бог любит вас, дорогие зрители. Для меня честь проповедовать вам. Я знаю, что некоторые из вас потеряли надежду, некоторые из вас на грани смерти. Вы лежите в постели. Я знаю, что Бог думает о вас. Он любит вас. И независимо от вестей, где бы вы ни были, возведите свои очи к Нему. Вы найдете уверенность. Он обновит ваши силы. Он поднимет вас, потому что любит вас во имя Иисуса.